Финансовый антирекорд, друзья. Сегодня гривна переплюнула сама себя. Выкрутила сальто, такое, знаете, и обвалилась. На Межбанке за доллар давали 13,5 гривен. Это худший результат. Ну, как бы, не то, что за последние 18 месяцев, вообще за всю историю, мне кажется, существования за 18 украинской, национальной, украинской национальной валюты. Ну, але ж ти знаєш, що з будь-якої ситуації вихід такий є. Як врятувати нашу валюту, вирахувала передбачлива Аня Селезнёва. Ой, господи. А вы знаете реальный курс гривны по отношению к доллару? Конечно, это не 13 гривен и даже не 8. Вы удивитесь, это и не 5 гривен. Настоящий курс доллара должен быть 3 гривны 96 копеек. Одно из американских бюро индексации установило, гривна – самая недооцененная валюта в мире. Наша гривна тонет на глазах. Видимо, поэтому политики хотят спасти национальную валюту. Поговаривают, для этого они собираются полностью изменить ее внешний вид. На сайте Геральдической палаты уже и образцы новой гривны есть. Мне лично они не очень нравятся. Я попыталась выяснить у монетчиков, решен ли вопрос с новой валютой окончательно. И когда будет вводиться новая банкнота. Но монетчики не колются и отнекиваются. Мол, пока ничего не ясно. Образцы новых гривен на сайте уже давно, и спешить с вводом банкнот никто не будет. Видать, сюрприз населению готовят. Но я ждать не стану. Узнаю у профессионального экстрасенса, который в свое время предугадал падение статуи Ленина на бульваре Шевченко. Стоит ли ждать новой гривны? Войдет ли вот это вот в обиход? Да, может войти. Поможет ли такая валюта нашей экономике? Насколько она будет успешна? Ну, видите, она начала вращаться в отрицательную сторону. Я еще даже не успел задать вопрос. Прогноз экстрасенса неутешительный. Но, может, рано отчаиваться? Я попытаюсь разобраться, в чем же причина возможных неудач нашей валюты. С образцом новой гривны что-то явно не то. Узнаю у мастера по фэншуй. Я думаю, что дело в дизайне купюры. Дизайн купюры имеет огромное значение. Ведь линии на ней, изображение и даже цвет купюры имеет мощную энергетику. И вся гамма этих купюр, она холодная и темная. Мало эти банкноты похожи на деньги. Видим только портреты в огромном толстом кругу. Второе – это траурная ленточка, как будто на надгробиях. Это портреты надгробия, допустим, с ленточкой. Это в память о ком-то. Например, 5 гривен. Синий цвет, он очень холодный и темный. Соответственно, он вызывает неприятные ощущения и эмоции, и человеку хочется побыстрее избавиться от них, то есть не хочется их держать в руках или хранить где-то. Разрезающая серая полоска купюры пополам, то есть реально как будто бы все деньги от пятерки до двухсотки, они все делятся, рвутся пополам. Как будто бы разрыв уже программируется наперед. Вердикт мастера. Этот образец совершенно непригоден. С такой гривной украинскую экономику ждет темное, беспросветное будущее. Если новая гривна – это вынужденная мера, то над ее внешним видом надо работать и работать, чтобы она выглядела достойно, как западная валюта, и не напоминала деревянный пережиток прошлого. Ведь есть в мире денежные знаки, на которые можно равняться. Японская иена, исландская крона считаются самыми красивыми деньгами в мире. И цвет, и изображение на них, и глаз радуют, и на экономику влияют благоприятно. Например, в начале 2000-х в Японии ввели новую иену. И чудным образом экономика страны пошла вперед семимильными шагами. Но лидер моего валютного хит-парада – деньги страны кенгуру. Одна из самых необычных валют в мире – это австралийский доллар. Он сделан из пластика и имеет вот такое вот прозрачное защитное окошко. Заокеанская банкнота является не только самой красивой, но и одной из самых надежных валют в мире. Прислушавшись к советам мастера по фэншуй, я поэкспериментировала с дизайном гривны. Сделала ее цвет более насыщенным, убрала траурную ленту и надгробную рамку на портрете. И вуаля! Украинская валюта заиграла новыми красками. Вот теперь она может стать успешной.
Но главное – еще и ввести купюры вовремя. В этом уверен астролог Валерий Московченко. А он известен тем, что предсказывал Майдан и российскую агрессию еще 3 года назад. Так вот, он считает, закорючки и буковки на банкнотах никакого значения не имеют. Все решает дата введения новых денег. И если это будет благоприятное с точки зрения звезд время, то и гривна будет чувствовать себя крепче и уверенней. Я думаю, что это, швидше за все, будет або в січні, або до початку лютого будет сприятливо. До грудня місяця не можна приймати. Астрологічно напружена ситуація. Плутон з Ураном будет стоять в негативном аспекте в квадратуре. По расчетам астролога, деньги введут уже через полгода, то есть этой зимой. Он обижается, что государство к его словам не прислушивается и относительно выбора даты не советуется. Бросить на произвол судьбы нашу экономику я не могу. Поэтому решила дозвониться до Геральдической палаты и дать им четкие указания на случай ввода новых купюр. Добрый день. Значит, я астролог Московченко Валерий. Я хотел бы дать вам деякую информацию. Попередньо мы хотели бы, скажу вам, порадить не вводить гривню в этом году. Не раніше, ніж лютий місяць. Дякую за увагу. Для закрепления результата напишу им письмо с разъяснениями. Ну что ж, письмо отправлено, а я пожелаю мудрости Геральдической палате и надеюсь, они прислушаются к советам астролога, ведь на кону ни много ни мало, а будущее украинской экономики.